закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Hyundai Starex. Показываем, что у нас получилось. У нас пол в салоне, двери. Как видите, все заклеено по максимуму. Все, что могли, все заклеили. Также проклеили заднюю часть автомобиля, то есть арки. Арки проклеены у нас усиленным материалом. Также проклеены усиленным материалом у нас крылья. Все, приступаем собирать.